Всем привет, друзья! Мы продолжаем смотреть детальным взором на главы игры «Мафия». Мы в предыдущих двух главах убили Дона Морелла и его правую руку. Теперь мы можем вздохнуть спокойно. Ха, как бы не так, Дон Сальери нам подкинул новое задание. Нужно убить политикана, который активно под нас копает. Несмотря на то, что город практически захватили, он нам житья просто так не даст. И поэтому он решил, что нужно его убить. У него будет выступление на центральном острове на островке, и поэтому Дон придумал такой вот хитроумный план по его устранению. И это единственная миссия в сюжете, где нам дают пострелять со снайперской винтовки Мосина. Второй раз мы сможем пострелять с нее только в большой прогулке, в миссии, где нам нужно убить снайперов и получить за это автомобиль Манта Прототайп. Ну что, сейчас мы начинаем, я думаю, что в бар мы заходить не будем, хотя пожалуй, что можно проветриться, там в принципе есть еще парочку моментов, которые, возможно, вы и не знали. Вот, а потом мы поедем уже на автомобиле до тюрьмы, где я вам тоже покажу несколько планов, которые вам могут помочь для того, чтобы избежать, ну, множества проблем. Либо же, наоборот, заполучить эти самые проблемы, если вы хотите. Ну что, начинаем, друзья. Вот мы находимся в кабинете у Дона Сальери, который идет включать свой граммофон. Тут мы можем с ним... Этот ублюдок – типичный пример современных политиканов. Они сами создают законы и сами их нарушают. Знаешь, ведь темнее всего под фонарем. Какую силу может иметь закон, когда с его помощью на государственные посты выбирают мошенников, которые думают только о своих махинациях и всегда делают то, что сами запрещают. Я вам скажу, никакой. Похоже, что для них вовсе не существует закон. Вот это единственный раз, когда вы могли вот так по-серьезному поговорить с Доном. Все остальные разы практически он вас игнорирует. Также вы могли тут увидеть такую сцену, как Луиджи принимает товар. Но после того, как мы уже отсюда из бара выйдем, и этот грузовик будет пустым. В рекордные сроки его разгрузят и Луиджи, и этот работяга. Вот нам доступна тут новая машина, это Врайт, который мы можем, кстати говоря, получить. Я вот даже не знал, но оказывается, этот Врайт могли получить еще в 16-й миссии. Там стояла эта машина рядом с Селест Маркью, и она была не заперта. Вот это вот круто. Вот, теперь идем к Винченцо получать снайперскую винтовку. Единственный раз за всю игру. Привет. И уже потом мы с вами поедем в тюрьму заброшенную, где нам нужно будет убить политикана с помощью этой винтовки. Вот, как вы могли увидеть, грузовик уже полностью разгрузили. И, кстати говоря, его мы можем взять, но вряд ли у кого-то такая идея появится всерьез. Ведь автомобиль Врайт гораздо круче и на нем приятнее ездить. Так что вот сейчас мы спокойненько едем до тюрьмы. Как я до нее доеду, я включу запись и покажу вам план действия. Ну, по крайней мере, два плана действия. И вы уже сами выберете, каким вам действовать, с помощью которого вы добьетесь успеха и, возможно, небольшие такие вот веселые моменты получите в своем геймплее. Вот я очень быстро добрался до заброшенной тюрьмы. Это первый и единственный раз, когда мы в сюжете едем именно в этот райончик. Вот тут нас ждет работяга, мы паркуем машину, ну, примерно вот здесь, тут, в принципе, не принципиально, вы можете припарковать рядом как раз именно с входом в тюрьму. Вот, и тут есть два плана. Этот работяга вам говорит, что вам сюда нельзя, и поэтому как можно быстрее вам нужно свалить. Вот, ну, мы его не слушаем, залезаем в канализацию, это единственный проход в тюрьму, больше мы туда никак, к сожалению, не попадем. Но вы не думайте, мы просто так не уйдем, потому что тут есть два варианта развития событий. Если мы его оставим в живых, он вызовет полицию, и после выполнения задания нас ждет большая проблема. Вот, мы его сейчас убили. И поэтому детективы к нам не приедут. Но если же они приедут, то я вам еще раз покажу план действия, который поможет вам избежать многих проблем. Так, вот мы уже переместились на задний дворик заброшенной тюрьмы.
У нас есть оружие Кольт 1911, которое нам любезно предоставил Винченс, и снайперскую винтовку. Снайперскую винтовку мы пользоваться ей пока не будем, хотя патронов в ней довольно-таки много. А политикана можно убить с одного-двух патронов. Двух, если вам очень-очень сильно повезет. Эта миссия очень атмосферная, тут действительно такая вот заброшенная тюрьма, но она обитаема, не обитаема, ну, шпаной на самом деле, ничего серьезного они из себя не представляют, но, по крайней мере, здоровье повредить очень даже могут. Большинство из них вооружены ножами, так что они проблем вам точно не смогут поставить. Так, вот как раз один из них с ножом, а другой с магнумом. Его подбираем, лишним точно не будет. Так, перезаряжаемся. Вот еще один магнум. Так, перезарядиться он не успел. Вот. Нам, по сути, идти вот туда. Но тут есть такой маленький секретик. Возможно, вы о нем и не знали. Но тут есть еще два шпаненыша, которые, кстати говоря, почему-то стрелять совсем не умеют. Так же, как и я. Я могу его убить гораздо раньше. Опа! Запаниковал! Вот, тут мы можем найти фомку. Довольно-таки редкое оружие ближнего боя. Так, добиваем. И также мы можем тут найти помповое ружьишко. Также, друзья, вы можете убить с этой позиции собак. Ведь именно вот туда вам нужно будет идти в конце миссии. И тут довольно-таки хорошие позиции, с которой вы можете их легко перестрелять. Но я этим не буду пользоваться. Все-таки проблем с устранением этих злых собак нет. Потому что они не забегают в здание, и что вам дает полномочия убить их очень-очень быстро, без вреда для своего здоровья. Так, ну что, вооружившись помповым ружьишком, мы можем уже проходить дальше. Тут также вот мы можем заглядывать в камеры. О, там пол провалился. Очень такая вот атмосферная реальная миссия. Ребята, так, и тут сюда. Вот очень интересный такой вот момент, который мне очень нравится. Бац! И тут еще пополняем свой арсенал патрончиками для помпового ружьишка. Так. Какой ты меткий-то, а? Опа, ребята, вы что летаете-то, а? Помповое ружье очень мощное, настолько мощное, что позволяет ваших врагов отправить в незабываемый полет перед смертью. Так, это я зря. Так, ты все еще жив? На. Так, фомку в принципе можно не брать, она вам абсолютно никак не пригодится, но пускай уж будет. Главное, мы же не выкидываем важное оружие. Вот, тут тоже есть маленькая комнатушка, но в ней, к сожалению, ничего нет. Так, проходим дальше. И тут мы встречаем... Сволочь, я тебя порежу! Я тебя порежу, мужика, который говорит, что я тебя порежу с бейсбольной битой. Феноменально. И тут же мы видим еще одного дядьку, вооруженного помповым ружьем. И также одного придурка, который так настолько испугался, что навалил штаны и стоял с ножом рядом с трупом своего товарища. Так, подбираем еще патрончиков. Чем быстрее вы убьете этого ублюдка, тем больше патрончиков у вас, естественно, будет. Я думаю, что это вы прекрасно понимаете. Вот, так. Также не забывайте, что впереди вас ждет еще один так называемый оппонент, который также вооружен помповым ружьем. И это в таких вот узеньких коридорчиках очень-очень опасно. И также, если вы не знали, тут есть аптечка. Причем у нее вот эта вот дверца отломлена, но это не значит, что ей нельзя воспользоваться. Восстанавливает эта аптечка целых 70% здоровья, так что можете вести себя не очень аккуратно. А вести себя аккуратно нужно вот именно здесь, где болтают эти двое ублюдков. Потому что если, кстати говоря, вы очень быстро начнете бежать,
то они сразу развернут стволы на вас. Будет все очень-очень плохо. Так, и... Вот так. Все, патронов у меня не осталось, поэтому берем в руки Кольт 1911. Также мы можем здесь побегать, тут тоже есть двери, но, к сожалению, они не открыты. Я сюда не забегал, поэтому я решил проверить, но, увы и ах, ничего сделать с этим нельзя. Убиваем. Так, ты чего это там, а? Такой говорливый. Умирай ты уже в конце концов. Так, полицейский пульт мне не нужен. Чё-то вы как-то, ребят, вооружены слишком слабенько. За что ж ты его убил, маничело хренов? Так. Опаньки, вот это уже интересно. Бац. Вы можете воспользоваться силой винтовки Мосина. Потому что я говорю, много патронов слишком вам не нужно. Вот так. 5 патронов более чем достаточно. За глаза просто вам хватит. Вот, так что прячем. Берем ружье, выкидываем ружье. Один патрон нам не сделает дело. Вот, и теперь мы оказываемся возле позиции, с которой мы будем вести огонь по вот тому маленькому островку, где выступает политикан. Также тут есть еще один маленький секретик. Бить этого самого политикана можно несколькими способами. Вот так. Первый способ. Это самый обычный. Может, то есть можно именно с той точки его застрелить. А второй более интересный, скажем так. То есть тут есть возможность убить его и через окно. Скрипт при этом не сработает. То есть вы можете стрелять столько, сколько захотите. Главное найти именно ту позицию, с которой вы можете вести огонь. Но лучше не придумать велосипед и убить его с той позиции, с которой изначально сюжетом было оговорено. Вот. И тут вам придется лезть в настройки игры, потому что постоянно, как бы вы ни выставляли мушку снайперскую, вам придется ее выставлять заново. Лезем в настройки, управление, режим снайпера, и я, как обычно, на Enter его включаю. Вот, выбираем винтовку Мосина. Тут еще и остались патрончики. И аккуратно наводим на голову политикана. Просто его убиваем. Также, друзья, не забывайте, что тут довольно-таки хлипкий помост. Поэтому можно очень-очень легко упасть. Также тут есть один маленький секретик, я вам потом его чуть позже покажу. Вот, с помощью которого, этого секретика, вы можете оказаться внизу очень-очень быстро, но при этом вряд ли вы куда-то сможете там далеко убежать. Вот, сваливаем отсюда. Не забываем подбирать патроны, если у вас с ними совсем все плохо. Вот, и как раз выбегаем на задний дворик, где нас уже ожидают шавки. Вот, которые при этом не будут забегать сюда. Вот, не знаю почему, но не хотят они. На каждую собаку достаточно одного патрона из кольта маленького пистолетика. Бац, бац, и еще раз. Бац, и все, миссия на этом выполнена. И вы сможете абсолютно безнаказанно выехать на своей машине, добраться до лука Бертоне, который вам даст одно задание по спасению своего друга. Также мы сейчас рассмотрим варианты, по которым вы можете встрять в одну историю
с детективами. Не, друзья, я немножко перепутал. В этом эпизоде я тоже убивал этого рабочего, но труп его оставался снаружи, поэтому все равно приехали эти самые ФБРшки. И вам нужно сделать так, ну, по крайней мере, постараться, чтобы этот труп упал в канализацию, и тогда преследования у вас не будет абсолютно никакого. Если этот работяга жив, вы сможете из этой передряги выбраться путем выбрасывания всего оружия, которое у вас только есть. Они вам подойдут, обыщут вас и, не обнаружив ничего, отпустят вас с Богом. Ну вот. Также вот, если вы хотите вот приключения, то это самый лучший вариант для того, чтобы вот новых пушечек вам получить. Также при этом варианте вы можете вот такую вот машину очень-очень редкую заполучить. Это Bolt Hearth катафалк, при этом закрытый. Эту машину вы могли увидеть только лишь в миссии Святой Отец, но она была открыта. Вот, так что имейте это в виду, и я думаю, что вы добьетесь того, чего хотели. За что же вы бабку-то убили, хреновые копы, а? Вот, но сейчас мы доберемся до автосервиса Локи Бертона и возьмем у него задание на спасение его друга. Лучше всего ехать на Врайте, потому что машина все-таки гораздо быстрее, и поэтому до пункта назначения вы доберетесь, естественно, в разы шустрее, нежели на этом катафалке. Но при этом, если вам это нужна машина, то вы сейчас можете поехать в бар Сальери, поставить ее туда, и уже потом угнать какую-то любую другую машину, либо взять любую другую машину из вашего гаража, поехать в Локи Бертона, взять у нее задание, выполнить его, и потом в итоге у вас будет две машины уже в начале 18-й миссии. Тут этот катафалк будет Bolt Hearth, и та машина, которую вам даст Локи Бертона, а это, между прочим, Velociter V16 Аполлон, самая редчайшая и дорогущая машина во всей игре Мафия. Вот, друзья, ну я вам еще хотел показать такой вот один интересный моментик, с помощью которого вы можете очень быстро внизу оказаться, то есть убиваете политикана, не забывайте это делать. Вот, подходите вот к этому месту. Тут очень хлипенькие доски, поэтому они обламываются, и вы можете вот таким вот макаром пройти по стене и оказаться внизу. Только при этом учтите, что лучше собак-то убить до этого, потому что кусаются они очень-очень больно, и вас очень быстро убьют. На них хватает одного. Вот я доехал до Лукаса на автомобиле, на другом немножко я его угнал. То есть мне просто цвет нравится. Действительно более такой насыщенный, красивый. Вот, и на Врайте уже доезжаем до рабочего квартала. Там стоит друг Лукаса. Его мы быстренько подберем. И если вы притык приедете, то есть у вас где-нибудь останется секунд 30, то вы увидите преследование в виде Velociter V16 полицейского, это ФБРовцы, и они погонятся именно за вами. Если вы хотите таких незабываемых ярких впечатлений, то можете специально ехать медленно, но очень-очень медленно, заехать в бар, опрокинуть бутылочку. Нет, бутылочек слишком много будет, вы не успеете. Бокальчик, второй виски. Вот, где-нибудь еще прогуляться, познакомиться с кем-нибудь. Хотя Том, вообще-то, он женатый человек, так что вы имеете это в виду. Вот, но я сейчас специально очень-очень медленно буду ехать, чтобы вы воочию увидели это самое преследование, потому что наверняка вы очень быстро всегда доезжали, и поэтому вы не увидели машину ФБРовцев, которые преследуют друга Лукаса. Интересно, что же такое сделало, что его преследуют? Причем это второй друг Лукаса, за которым охотятся высшие чины полиции Лост Хевена. Это как наводит на мысли, что не совсем все чисто в бизнесе у Локи Бертона. Ну, если никто не вдавался в такие подробности, по крайней мере, до этого. Вот, ну что, я пока очень-очень медленно доеду до места, после включу запись, и вы увидите это самое преследование, причем оно весьма... Ух ты! Кто ж так водит? Ну, конечно, баба за рулем, ну чему я удивляюсь-то? Ну что, друзья, вот как раз осталось 30 секунд, и именно в это время начинаем стартовать. Полицейский, вы как-то совсем тут, черт возьми, не вовремя. Ставим ограничитель скорости, врубаем кнопочку «Вперед». Либо стрелочку вперед. Это уж на что вы там ставили.
Давай, быстрее, быстрее, сюда. Ох ты, психи какие. Какие психи? Так, ну ладно, наш черед. Ступиться. Все пошло не совсем по плану. Так. Задание провалено. Но я думаю, что вы все-таки поняли всю суть. То есть можно было подъехать все-таки чуть-чуть побыстрее. И подобрать вашего нового приятеля, который сейчас спокойный. Вот, надо потом его... Опа. Спасибо за кольт. Надо плакать его смерть потом. Вот, ну в общем, так. Так что вы можете себе очень хорошее приключение на одно место соорудить, если вы немножечко помедленнее поедете, и вот такая вот машинка за вами угонится и будет ехать до самого сервиса, если вы что-то с ним не делаете. Вот. Также вы можете тут подобрать помповое ружье одного из полицейских, полностью заряженное. Вот, между прочим. Вот, не знаю, как это вам поможет, но, по крайней мере, тут есть такое. Вот, ну сейчас мы поедем уже за наградой, я перевыполню это задание, доставлю друга в целости и сохранности, и мы получим заслуженную классную машину, но при этом за которую нам придется ехать в Оукхилл, а это, между прочим, не для всех. Нервы и могут... вот я домчал до места назначения, вот именно у этой шикарной виллы стоит та машина, которую мы можем заполучить за наше выполненное поручение. При этом, если вы хотите ее заполучить, то нужно знать, что вот этих дырков лучше всего прогнать. Иначе, если вы начнете взламывать машину в то время, как они будут глазеть, они позовут охранников и вас могут легко убить. Я знаю, как это бывает. Сперва поглядите, потом машины нет как нет. Убирайтесь! Ладно, ладно. Вот, и при этом в таком момент вы можете легко ее угонять. Но при этом рассмотрите хорошенько своим взором улочки этого прекрасного бизнес-райончика, потому что сюда вы больше не вернетесь, и при этом вы не обнаружите, надеюсь, что полицейские, которые вам также могут помешать взломать эту машину. Также еще... Вот, кстати говоря, те двое ублюдков, которые вас могут убить. Также, если вы не знали, Silver Fletcher можно угнать и здесь. Он абсолютно не заперт. И при этом... Нет, при этом все-таки по вам будет стрелять. Вот, если вы, ну, не смогли заполучить Silver Fletcher в миссии номер 11, как раз в этом же райончике, если вы прошли агрессивным путем, убив всех, то есть, естественно, советник уедет на этой же самой машине, во благо своей безопасности, оставив жену в вилле. Вот, в 18-й миссии вы убили Морелла в этом же самом автомобильчике. Вот, также не смогли его взять в аэропорту, потому что проигнорировали этот эпизод. И мои слова насчет того, что лучше все-таки не преследовать его и не скидывать с моста. То вы можете в 18-й миссии, выполнив поручение Лука Бертона, взять Silver Fletcher и поставить его в гараж. Но при этом я же вам очень сильно рекомендую все-таки заполучить эту машину в 11-й миссии, потому что она вам поможет сэкономить много-много времени в миссиях, которые будете выполнять. А LS-16 Аполлон, по большому счету, это машина, которая только просто украсит ваш гараж, на ней вы едете, ну, с вероятностью в 95%, я уверен, в этом не будете. Потому что уже в 18-й миссии вы получите автомобиль, который вы могли увидеть в 15-й миссии у... вашего заклятого врага Серджио Морелло, который уже покоится с дыркой в голове в порту, ну и наверняка уже труп его где-то там кормит рыб. Ну что, друзья, на этом можно и закончить. Всем спасибо за внимание, до скорых новых ярких встреч в 18-й миссии детального обзора игры Мафия, который называется чисто так для разрядочки.